Здорово, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман, и сегодня мы продолжаем играть на онлайн ролеплей. Сегодня в этом ролике я расскажу лучший старт для новичка, если вы таковыми являетесь, или если вы еще не играете на онлайн ролеплей. Чего вы ждете? Переходите по ссылочке в описании, скачивайте лаунчер по моей ссылочке и, конечно же, устанавливайте на свой мобильный телефон. А также при заходе в игру не забудьте ввести мой промокод в хэштег MM. Промокод 11 пункт, нужно писать такой промокод как Димк, большими буквами, вот так вот. И вы по этому промокоду получаете кучу денег, а также, ребята, скин Тони Версетти, и, конечно же, играем мы на Гавайи. На Гавайи вы получаете Ламборгини Уракан, ну а если играете на другом сервере, то получаете Гелендваген. Ребята, сегодня в этом ролике я расскажу, как максимально выгодно и быстро прокачаться, а также расскажу, как правильно начать вообще свое проживание в штате онлайн ролеплей, чтобы вы максимально комфортно себя чувствовали и меньше затрачивали время на прокачку своего персонажа. В общем-то, попадая на вокзале, вы попадаете на один из вокзалов, в принципе, вот здесь мы очутились, есть Гарри начальные квесты. Я рекомендую все эти квесты вам обязательно проходить, благодаря которым ты заработаешь примерно от 50 до 100 тысяч, я уже, честно говоря, и не помню, но этого будет достаточно, чтобы купить себе первое авто, ну а также, друг мой, прокачаешь своего персонажа до 3 уровня. Далее мы в любом случае отправляемся, ребята, после того, как прошли все квесты, в одно очень важное и интересное местечко, где я покажу вам, как лучше и правильнее зарабатывать на онлайн ролеплей, но не на начальных работах, потому что там платят копейки, а на реально классных работах, которые максимально много выдают денег за ваш труд. Поэтому, ребята, досматривайте ролик до конца и не забывайте прямо сейчас участвовать в моем конкурсе на 3000 донат валюты на любом сервере проекта. Для этого нужно поставить лайк, и ты выиграешь, как вот этот вот пацанчик. Кстати, не забудь еще подписаться на канал, и самое главное, не забудь написать слова «участвуй». Чем больше будет комментариев, тем больше шансов на победу. Прошлый победитель выиграл с 25 комментариями. Ну а мы отправляемся, ребята, прямо сейчас вот сюда. Именно в место, где мы будем бюро услуг использовать и покупать, конечно же, лицензию на оружие, ребята. Если такой у вас нету, то обязательно покупайте. У меня она уже есть, если вы могли заметить. Поэтому прямо сейчас, ребята, вместе с вами мы отправляемся покупать машину. Реально классную машину. И вы скажете, ведь у нас очень мало денег. Ну, допустим, мы получили деньги по твоему промокоду. Допустим, мы прошли все квесты. Но это будет примерно там 300 тысяч. Нам этого очень мало, чтобы купить реально классную тачку. Но я вам скажу, ребята, что я сейчас расскажу некоторые секретные способы, как получить еще халявные деньги, просто даже ничего не делая. Погнали к автосалону. Итак, мы добрались до салона. Его, кстати, переделали, теперь он вот такой вот красивый. Ну и да, у нас есть разграничение по транспортам, есть классический транспорт. И прямо сейчас я вам покажу, какую тачку лучше всего использовать на начальных этапах, какая тачка будет являться самой лучшей для новичков. Это, ребята, конечно же, Султан. Стоимость у него 600 тысяч. И, честно говоря, вам, по сути, может хватить, если вы дослушаете до конца и поймете о секретных способах заработка. Но спускать все деньги на вот эту тачку, это, конечно, кощунство. Поэтому я вам рекомендую приобрести вот этот прикольненький транспорт. Ребята, он очень, на самом деле, солидно выглядящий, хорошо ездящий, управляющийся, ну и крепкий, на самом деле. Черный цвет просто офигенный для него. Да, ну а как мы знаем, здесь есть еще и реальные тачки из реальной жизни. И прямо сейчас, ребята, вместе с вами мы также их посмотрим. И мы видим то, что у нас самая начинающаяся тачка — это 320 тысяч. А далее идет уже Audi 80. И далее уже А6 С6, чего я и рекомендую вам взять. Поэтому подкопите чуть-чуть. Либо же уже Бэху. Ну на Бэху придется прям поработать. Ну а теперь, ребята, пока мы будем ехать до одного очень важного места, я покажу, как вам реально зарабатывать на онлайн ролеплей. Я хочу вам рассказать то, что есть промокодики абсолютно бесплатные, которые дают исключительно деньги. Я вам скажу некоторые промокодики, которые реально вам плюсанут баланс. И первый из них — это получается SEP23, который дает 77 777 рублей валюты. Далее обязательно вводите такой промо, как Рыбак, и получайте еще 50 тысяч. А также Фуерс и получайте
получаете 100 тысяч. Ну и последний промокод, это получается бонус, вы получаете еще 120 тысяч. Итого у вас как раз таки хватает уже на твою любимую тачку, которая стоит около 600 тысяч. Так, ребята, вы прибыли вот в это место. Вот смотрите, вот обязательно запоминайте, в этом месте находится самая лучшая подработка для новичков, если вы низкоуровневый, по отношению к обычным работам. В раз 10 вы больше здесь будете зарабатывать. Вы должны будете подойти к охотнику Тревору, также купить у него лицензию на охоту, дробовик, и далее, ребята, вы можете отправляться охотиться. И на самом деле каждая тушка, которая будет вам доступна именно на охоте, будет стоить очень много, и сдавать ее потребуется как раз таки Тревору. Вы можете арендовать рабочий транспорт, либо же отправиться на своем транспорте. А именно вот примерно в это место. Здесь очень много оленей спавнится. Ты посмотри на это, их 3 штуки на одном квадратном метре. И благодаря тому, что ты каждую вот эту тушечку будешь забирать, потом сдаешь Тревору, за 1 час примерно здесь ты можешь заработать от 100 до 200 тысяч. Это очень много. Ну и опять-таки в зависимости от того, как сильно ты будешь искать своих оленей и максимально стараться на этой работе. Ну а как только ты прокачаешь себе высокий уровень, то ты можешь отправиться по GPS, а именно к 6 Гены, как раз таки работа здесь находится, и конечно же перевозить автомобили. Все фармеры просто располагаются исключительно здесь. Это максимально выгодная работа, которая очень дорого стоит. В общем-то, друг мой, это были все способы, как тебе быстренько подняться, и лучший старт для новичка, который тебе обязательно потребуется пройти. Обязательно ставь лайк, не забывай подписываться и пиши в комментариях слова «участвуй», чтобы победить еще и в моем конкурсе. Посмотри, сколько ребят, тут реально очень выгодно.